Всем доброе утро, воскресенье. Сейчас 10 часов утра. Я завтракаю немного позже, потому что «Игру престолов» я вчера посмотрела, во-первых. Во-вторых, мы сегодня с утра уже тоже выложили для вас дневник питания за субботу. Поэтому я к завтраку приступаю немного позже. Но зато у меня сегодня... Плюс мы еще готовили сырники. На завтрак у меня сегодня очень вкусные сырники из обычного творога с обычной мукой. Буду есть их со сметаной, мед добавлять не буду, потому что мне сейчас сладко так. Мед для меня там уже лишний. Конечно, мы стараемся готовить блюда, в которых максимальное количество творога и минимальное количество муки, потому что дети наши творог, к сожалению, до сих пор в нормальном, привычном для всех виде не едят, поэтому приходится его замаскировать. Про это я вам уже рассказывала. Для тех, кто скажет, почему я всю неделю ела так мало каш на завтрак, я отвечу, что я хочу вам показать, что кашу как бы сварить несложно, каждый знает. Много кто ел овсянку на воде на завтрак или питался на завтрак гречкой, замоченной в кефире. В общем, каждый из нас проходил разное. Моя цель, моя задача показать вам, что можно есть нормальную, обычную еду, и все будет хорошо. Поэтому, конечно, я очень люблю каши, и следующие недели, наверное, будут больше содержать каш. Просто вот на этой неделе получилось так, что хотелось показать вам много моих завтраков, которые не только каша. И для тех, кто спрашивает, взвешиваюсь я каждый месяц один раз, потому что весы я выкинула, и это мешало мне худеть очень долго. Теперь я худею без весов дома. Взвешиваюсь я один раз на работе. И 1 мая, то есть уже чуть больше недели до взвешивания, я также выложу на свой канал видео отчетный день, сколько я вешу. Вот такой у меня будет завтрак. Кофе с молоком, естественно, как обычно я выпью. Встретимся на обеде. Всем привет! У меня обед в воскресенье. Сейчас 3 часа дня, я ем немного не по графику. На обед у меня все тот же суп с морковкой, курочкой, рисом. Ну, собственно, и все. Самый обычный суп, который ест наша младшая дочь, поэтому это наш суп на выходных. Вот такой у меня был обед. Еще мне сегодня пришла мысль, чтобы вам было еще нагляднее, я теперь в дневник питания буду еще добавлять... Ну, у меня на телефоне стоит встроенный, наверное, шагомер. И я вам каждый день буду показывать, сколько шагов я прошла, какая у меня была активность. Так, я думаю, вам будет проще и нагляднее тоже как-то ориентироваться. Потому что физическая активность тоже как-никак влияет. И чтобы у вас была, так скажем, более полная, целостная картина. Спасибо вам за ваши комментарии. С удовольствием отвечаю на все ваши вопросы. Между завтраком и обедом я съела одно яблоко. Ну и пила очень много воды. Встретимся с вами на ужине. Всем добрый вечер, воскресенье. У меня на ужин сегодня моя капуста вчерашняя с булгуром, с куриным филе. У меня целых 4 кусочка. Икру заморскую мы всю съели с мужем на пару. Салат у нас получился сегодня. Это пекинская капуста, кукуруза, красный лук и огурец. Потому что болгарского перца приличного вида в наших магазинах около дома я не нашла. Это дизайн от младшей дочери, потому что все эти дела, которые мы делаем, живо интересуют молодежь. Это вот она сказала, что-то, мама, салат у тебя скучный, поэтому у меня веселый салат на ужин. Отвечаю сразу на вопрос. Да, мы с мужем съедаем пополам большую салатницу от овощей. И если каких-то других проблем со здоровьем нет, а просто лишний вес, от овощей еще никто не растолстел. От овощей худеют, и овощи помогают налаживать пищеварение. Это очень важно, потому что по сравнению с теми порциями, которые мы ели, нет, не с теми порциями, не знаю, с теми ведрами, что мы ели до этого, в связи с чем растолстела я до 120 килограмм, эти порции маленькие, и моему лично организму нужно есть овощи на ужин, чтобы хорошо себя чувствовать, чтобы у меня все отлично работало. Поэтому так много салата я ем. А между обедом и ужином я съела одно яблоко. Ну, естественно, пила много воды. Потом еще я, чтобы вам было нагляднее, решила тоже сделать еще одно нововведение. Я не знаю, сейчас камера сфокусируется. Чтобы у вас тоже была, так скажем, полная картина, естественно, вы
без любой физической активности, если станете есть меньше, откажетесь от вредной еды, будете худеть. Но чтобы у вас была комплексная, полная картина, сегодня я прошла вот такое количество шагов, это 7451, и общая моя активность составила 77 минут. Естественно, какие-то передвижения по дому телефон не фиксирует. Какой-то фитнес-браслет я пока не покупаю, потому что мне нравится Samsung, а сколько он стоит, вы знаете, поэтому я обхожусь телефоном. Поэтому теперь каждый раз я буду добавлять свое количество шагов, чтобы вам было нагляднее, понятнее, удобнее. Это как бы не сложно, мне кажется, это... Ну, в общем, напишите, нужно вам вообще это или нет, может быть, вам это неинтересно. Вот такой у меня получился сегодняшний день. Всем спасибо, кто подписался. Нас уже почти 200 человек. Вы вообще представляете, что у нас огромная просто банда уже организовалась. Это круто. Спасибо вам большое за ваше доверие. Если у вас есть вопросы, пишите. Я на все комментарии отвечаю, вы знаете. Если вам нравятся мои видео, дневники питания, которые я делаю для вас каждый день, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы знать о выходе новых видео. И прошу вас, делитесь видео в соцсетях, чтобы нас стало еще больше. С вами была Мария Мироневич. Всем любви и добра!